Приветствую всех на канале WeGames, и у нас сегодня новое видео по распаковке карточек по Наруто. Извиняюсь, первый видос был, наверное, слишком мрачный, темный, было очень фигово видно, но сейчас вроде посветлее стало. Что ж, ребята, поддержите лайкосиком, а мы начнем распаковывать. По классике у меня имеется 5 пачек, вот. Первый открываю, и вот еще 4. И мы распакуем, посмотрим, кто нам попадется. Опа! Слишком много усилий. Так, на столе, смотрите, повторка. Лежит Конан. Аранг. Так. Ну уже, надеюсь, там что-то... Ой! Ой! Ультраредкий. Ребята, ультраредкий Наруто. Посмотрите, хоть с первого сезона, но... Ультраредкий. Прикол. Так. Фокус нормальный. Ультраредкий Наруто карта такая, как будто металлическая. Классно. Что ж, эти печати надо подальше, не мешают. Ультраредкий. Нарутаст. Печать, которую мы обмениваем в дальнейшем на призы. Удачи. Малыш Гара. Эр-ранг. Да, думаю, все-таки это видео слишком темное было. Первое, вернее, тут уже получше. Эр-ранг. Хокаге, третий. Я просто задумался. Надо, наверное, этот видос, наверное, выйдет раньше, чем тот, потому что тот слишком темный был, это не точно. И Эр-ранг Ино. Ее я перемещаю в раздел с повторками, потому что она у меня уже есть. Здесь моя коллекция. Новая. Новая. Появляющиеся даль, ну, если только такие ультраредкие будут, то, ну, немножко грустно, потому что, конечно, это классно, но первый сезон я не фанат. Хотелось бы какого-нибудь взрослого персонажа ультраредкого. Смотрите, да нам просто везет на Конан. Опять редкая Конан. Конан варвар редкая. Редкая Конан есть. Сакура Харуна редкая. Тоже есть. Нейджи Нисан. Братик Нейджи. Р есть, к сожалению. Печать. Супер редкий Саски. Собрание Пятикаги, что ли? Прикол, такого у меня еще нету. Супер редкий. Супер редкий Саска. Маловато карт уже нужных. Так, хорошо. Третий пакет. Так, уже что-то там вылазит. Они, знаете, они все светятся. Какого бы ранга они ни были, они все действительно выглядят как редкие, хоть какие-то. Хоть какая-то редкость такая минимальная. Это не как Человек-паук, который что-то светится, а что-то не светится. Ну, вы видите, кто здесь по рубашке. Это... СССР! Супер-супер редкий, я так понимаю. Хаширама. Бонус. Окей. Печать. Редкая Куранай-сенсей. Так, редкий Гара. Ты уже у нас был, выпадал в этой пятерке. Редкий третий Казекаги. Какой Казекаги? Хокаге! Блин, ребята, если первый раз говорил неправильно, то извините. Я просто задумался, что сколько здесь карт может повторных быть. Что уйма просто. Так. Следующая. Пачка. Открывайся. О! Ха, Саски. Саски, к сожалению, ты у меня уже есть. Или нет? Я не помню, у меня был такой. Короче, ребята, давайте-ка пороемся по моим архивам журнальным. Открывайся. Саски, ты у нас есть? Редкий Саски.
Нет, этого нету. Здесь другой Саски редкий. Здесь он со змеей. У меня без змеи в коллекции. Что ж, хорошо. Саски добавляется в мою коллекцию. Оручимару сама. Эр-ранг Оручимару. Супер. Кимимару, смотрите, у нас четверка звука собирается, или даже пятерка. Ну, ахал я не от этого. Во-первых, печать. А во-вторых, супер редкий Обид, у которого треснула маска. Класс. Иди к супер редкому Саске, учихи. Смотрите, ребята, пятый пакетик. Хоть с повторок много, но и есть и новые карточки. Так. Кто тут у нас? Канкуро. Канкуро собрание Каги. По рубашке. Да. Эр-ранг Канкуро. Кладем сюда. Орочимару. Только что был, выпал. Кимимару. Эранг тоже выпал. Печать. Бонусная. И супер редкий Сай. Супер редкий Сай. Что ж, ребята, подытожить, если то супер редкий, хотел сказать, никто не выпал, но у нас выпал Хаширама. Как по мне, ну, ультра редкая, конечно, в счет, она классная, но вот. Самые топовые карточки, что выпало в эту распаковку. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии, какая вам карточка понравилась больше всего. Всем пока!